softly. No, no, it's just lick it and touch something. Lick it and just push. Давай, тут вот конечно нет. А ну сейчас высоко хорошо. Страшно. Не, сейчас. Залазь. Гвоздь 200.
Thank you.
Ну вот, всем ютуберам привет. Значит, маленькими нашими усилиями и поставили полностью стропильную систему. Все стропила уже стоят. Поставил я сам и своим сыном Богданом. Приходили к нам хваленые специалисты. Я объяснил ситуацию, как мне надо поставить стропила. Но думаю, что сам не смогу. Я вообще думал, не смогу сам. Но они подумали и говорят, ну, во-первых, нет по центру несущей стены. Или хотя бы, чтобы был потолок, и потом они сделают. Я им объясняю, что крыша и будет являться потолком. То есть вот эти вот три грани, это и есть потолок. Они мне сказали, не выдумывай, не придумывай, фигней не занимайся. Это нереально. Ну, а в итоге вышло реально. Немного помозговал, прикинул, что к чему, как облегчить именно вытягивание самой этой стропильной пары рамы фермы наверх. Пробовали и так. Потом ночь полежал, подумал и попробовали, да, получилось. Как я ставил, каким образом, видео у вас есть, посмотрели. Теперь надо делать обрешетку, оббивать шалевкой все. И шалевку я уже заказал. Понедельник-вторник будет. И будем оббивать шалевку. Потом я скажу по ценовой политике, что у меня выйдет шалевка. И, значит, шалевку заказал и брус 100 на 100 миллиметров. Зачем? Вот эти вот слабые места. Вся нагрузка сейчас идет, но при нагрузке снега, вот на этот узел. И здесь у меня по всей длине будет брус 100 на 100 миллиметров. Я сюда заказал 16 метров бруса, ну 17 с запасами сюда. И потом буду посмотрю, может где-то поставлю какую-то опору. Может быть. Ну, уже вот даже стропила там кое-как между собой схвачены на временные рейки. И я вам скажу, я прыгал на одной раме, такая дебелая. Ну, посмотрим, как будет дальше. То есть можно делать обрешетку, можно делать, у меня есть металл на стены, утеплитель на стены, металл вовнутрь, металл наружу. На крышу металл будем заказывать. Вот так. Кому что непонятно, пишите, спрашивайте, буду отвечать. Продолжение тонкостей и нюансов в следующем выпуске. Потому что еле-еле ноги волочу. Подустал малеха. Все. Всем пока.